Телефон, пустите. Не трогайте меня. Телефон, не трогайте меня. Меня прислужба суда снимает. Давайте восстановим равноправие. Снимем тоже судью и прокурора. Меня прислужба суда снимает. Вот я телефон сейчас. Телефон другой пусть убирает тоже. Здравствуйте. Я не знаю, какой приговор, потому что меня удалили из судебного заседания за съемку открытого и гласного судебного заседания. То есть на протяжении всего судебного заседания, на протяжении всех судебных заседаний Преображенский суд Москвы в лице своего председателя, которого выделили мне в качестве судьи по санитарному делу, отказывал в допуске общественности и СМИ даже на территорию просто суда, да, даже в само здание. При этом, когда мы требовали допустить СМИ и представителей общественности в открытый и гласный процесс, который открытым и гласным является по конституции нашей страны, основному закону, нам судья говорила, да, председатель суда, да у нас открытый гласный процесс. Знаете, у нас просто вот здесь вот приставы где-то сидят, там, госохрана, прокуроры и так далее. Ну, мест не хватает или что-то такое. Ну, то есть